казачки. Разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Гирлянда. Почти закончили. Скоро уже придет Дед Мороз. Он скажет: раз, два, три, елочка, гори! И будет раздавать подарки. Прямо настоящий Дед Мороз? А как же? Разве Деды Морозы бывают? Сама увидишь. Он ко мне каждый год приходит. Ну все, репетируем. Раз, два, три, елочка, гори! Ой, гирлянда перегорела, а у нас другой нет. Дим Димыч, Дед Мороз уже на подходе. Елка готова? Нет, не совсем. Ой-ой-ой-ой, что же делать? Я сейчас! Дим Димыч, а может Дед Мороз тебе и так подарки подарит? Без огоньков на елке? Нет-нет, без огоньков неправильно. Так будет не волшебно. Бабушка, Мася, к Дим Димычу сейчас Дед Мороз придет, а на елке гирлянда перегорела. А? Перегорела, говоришь? Лампочки в гирлянде обычно соединяются последовательно, то есть одна за другой. Когда гирлянду включают, электрический ток течет через лампочки, и они светятся. Но если перегорит хотя бы одна из них, цепочка разорвется, и ток течь перестанет. Погаснут все лампочки, а не только сгоревшие. Чтобы починить такую гирлянду, надо просто найти и заменить сгоревшую лампочку. Только нужна исправная лампочка. Я найду! Я знаю где! Дим Димыч! Задержи Деда Мороза! Пока мы будем искать и менять сгоревшую лампочку! Хорошо! Дим Димыч! Дед Мороз уже здесь! О-хо-хо! Мама! Еще чуть-чуть! Так, ищем сгоревшую! Это работает. Может, это сгорело? Нет. А это? Исправное. Дед Мороз уже упарился. Сейчас! Симка, ну что? Все лампочки проверили, но сгоревшие не нашли. Значит, будет не волшебно. Все, мам, заходите. О-о-о! Здравствуй, Дим Димыч! Поздравляю тебя с Новым годом! А что же у тебя, елочка не горит? Давай-ка вместе скажем: раз, два, три! Ой! Бабус, тут еще одна лампочка! Вот она, сгоревшая! Раз, два, три! Елочка горит! Нам нужна исправная лампочка. Где же Мася? Елочка, гори! Ох, еле нашла. Да вы уже все починили. А где вы нашли исправную лампочку? У нас папус пока вместо нее. Дрыщ! Дрыщ! Ну ты герой. Давай мы тебя на лампочку заменим. Илюшка! И даже лёд! Ха! И даже лёд! Под Новый год! Это мне! Слегка теплее! Каждый раз неведомо откуда, в час, когда его никто не ждёт, к нам приходит маленькое чудо, каждый раз под Новый год!